Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодня мы пригласили в студию Digitarg Карину, которая является консультантом в представительстве Telia в Ластноме. Мы поговорим с Кариной о новом уникальном решении, о новом пакете Telia 1. Карина, расскажи, что это за пакет и какую выгоду от него получат наши клиенты. Telia 1 тогда такой пакет, где мобильный интернет, домашний интернет и пакет телевидения, все в одном. И с этой пакеты тогда можно получить на 2 раза быстрее интернет и 2 тематических пакета – музыкальные и спортивные каналы. Расскажи, пожалуйста, Карина, этот пакет, он для новых клиентов, для нынешних клиентов, для кого он был создан? Это пакет для всех клиентов. Этот пакет могут взять Telia постоянные клиенты, у кого уже есть все услуги, или могут взять тоже клиенты, кто использует разных других операторов. Понятно. То есть, если у тебя, например, 2 услуги и какой-то третий не хватает, то можешь взять недостающую и получить выгоду. Да. А расскажи, получат ли клиенты какую-то денежную выгоду, если подключится пакет у Telia 1? Да, конечно, получат. Клиент получит тогда за такие же деньги 2 раза быстрее интернет и может познакомиться бесплатно с новыми каналами. Карина, расскажи, как клиенты восприняли новое предложение? Очень хорошо, очень активно подключаются и очень много подключаются клиенты других операторов. Наверное, потому что они видят выгоду и удобство всего этого пакета. Да, конечно. Ясно. А расскажи, где удобнее всего подключиться и где можно получить больше информации? Самый легкий вариант – зайти на telia.ee и там получить дополнительную информацию про этот пакет. И там можно тогда начать процесс подключения. Ясно. Спасибо тебе большое, Карина. Спасибо. Рекомендую всем зайти на сайт Telia и познакомиться с новым пакетом Telia 1, получить больше информации и узнать, какую выгоду можно получить, если все основные услуги будут у одного оператора. И до встречи в следующей передаче Digitarg. Пока-пока!